что мы делаем? Мы разделяем подбородок по центральной линии лица напополам. Мы можем позволить себе ограничить латеральные порции, дальше которых мы не наполняем нижнюю границу по линии нижней челюсти. Ну и, собственно, работаем вот с этой выступающей частью. Центральная точка у нас основное количество препарата. Основное количество препарата, чуть-чуть латеральнее или дополнительные точки, но тоже можно сказать основные. Основной объем распределяется вот на эти три точки. И дополнительно у нас, чтобы не было провалов переходов, чтобы четко было красиво и максимально скрывала зону западения или перехода, мы остаточками здесь работаем. Значит, поскольку мы будем вводить, зависит исключительно от того, сколько войдет у нас препарата именно в центральную точку. И уже от этого будем отталкиваться. Делаем первый вкол. Угу. Обратите внимание, на какую глубину попадает иголочка и на какой глубине она будет, когда мы введем препарат. Ткани немножко подтягиваем, образуем некий кармашек, в который вводим препарат. Немножко чувство дискомфорта пораспирает, вот, но острой боли быть не должно. Ну вот 0,2 номинально и очень хорошо идет, но вот к 0,3 приближаюсь, уже туговато. Я делаю выкол. И на этом мы, наверное, остановимся. Дальше мы делаем вкол чуть-чуть по диагонали. Обратите внимание, диагональный вкол мы не наполняли, но уже какая глубина. Хорошая очень получается. Здесь в медиальном направлении делаем. Мы сделаем. И вот после этого я бы чуть-чуть подразмял, посмотрел. Разминаю я, вы видели, уже достаточно сильно, достаточно грубыми движениями, потому что препарат лежит глубоко на кости под подбородочной мышцей. И даже если мы его сильно разминаем, мы только лишь его выравниваем, моделируем, но никуда он от нас не денется. И обычно остается немножко, но надо дать посмотреть.